Если вы хотите наслаждаться зимой ароматной выпечкой с земляникой, делать из нее различные десерты, смузи, компоты и так далее, то поспешите заморозить эту ароматную и полезную ягоду. Для начала землянику нужно хорошо вымыть. Для этого нужно набрать в глубокую миску или кастрюлю холодной воды, погрузить в нее землянику и бережно помыть, аккуратно перебирая ягоды пальцами. Воду можно несколько раз сменить. Теперь нужно выловить землянику из воды и тщательно ее просушить. Удобно делать это небольшим ситечком, перекладывая землянику на сухое полотенце. Дать ягодкам высохнуть. Просушенную землянику разложить на деревянной доске или плоском поддоне в морозильной камере так, чтобы ягодки не соприкасались между собой. Оставить ее на 1,5-2 часа при температуре минус 18 градусов. Переложить примороженные ягоды в контейнер. Плотно закрыть. Подписать этикетку и поместить в полиэтиленовый пакет, плотно его завязав. Отправить в морозильную камеру на хранение. Целые ягоды земляники можно добавлять в выпечку без предварительной разморозки. При правильной заморозке и хранении земляника сохраняет свою форму, вкус, аромат и полезные свойства.